Вот этот дом, это его. Вот его нет, половины дома нет. Первые дни, когда первый раз приезжал с какой-то надеждой, а вдруг я что-то узнаю, потому что общался, некоторых находили, кто сидел с ними в подвале. И каждый переезд уже потом хуже, хуже и хуже. Сидели они в том подвале, но там уже, если бы даже вас в подвале были, то могло бы завалить тоже. И вот это последний этаж, это ихний. Одна обоина осталась, чуть-чуть, и все, это можно, знаешь. Я поздравился, она говорит: дедушка, у меня настоящий день рождения. Папа принес торт прямо в подвал. А что будете пить? Она шутит, как всегда, говорит, тебя нет, вискарика будут пить. Все, его пошутили. Он говорит, я тебе все равно деньги пришлю. Ну, нет, я хочу тебя видеть, и все. Он говорит, папа, мы поймали, это самое, задержали танк русский. Потом я слышу выстрел. Говорю, сынок, а что это за выстрелы? Ой, папа по нас стреляет. Прекратил. Без 15:02 он звонит. Папа, меня контузило. Везут меня к детям в подвал, вот сюда. Последний раз он вышел на связь 43 минуты, что я буду вывозить детей, и все. После 8 уже связи не было у Бородянки. И сюда прилетела одна, я же уже вторая, потом и третья. И это что могло остаться? Это чудом, если может, они уехали. Они, именно когда он ей позвонил, что будет выезжать, забираю семью, выезжаем, вот они уже были готовы. Вот это единственная надежда. Когда сказали, что дети находятся в Брянске, в детдоме, я даже поверил этому. А Юра находится вместе с женой в СИЗО. Я же говорю, хочется видеть внучек и сына, и невестку. Но. Если бы даже они были живы, то, думаю, за 100 дней можно было как-то даже угрожать больше. Уже будет 150. Можно было подать вестку. Можно. А сейчас уже хочу, чтобы она подтвердила хоть что-нибудь, чтобы это сам. Потому что не может быть человек без земли, и без имени, и без ничего. И когда знаешь, что «а вдруг» подлегает, а потом, когда смотришь, а ни невесточки, ничего нет, а еще когда радуешься за тех, кто возвратились, а думаешь, вот, а вдруг и мои там. Но пока нет.